Как видите, Джин... Я поеду. Отлично, пассажир. Погоди, пока я не скажу группе об этом. Томми, Хиллари занимает слишком много места. А я нет. Неужели? Эй, заткнитесь вы двое, или можете выйти и погуляться. Да, Хиллари. Во имя Господа, Фил, перестань махать этой штукой. Продолжай ездить вокруг блока, ладно? Хорошо, Томми, так и сделаю. Ладно, парни, мило и безоблачно, как мы и планировали. Oye, no te lo creas, men. Это облава. Никому не двигаться. Всем встать к той стене. Фил, держи крепость. Вилка, понял. Давай, Кем, подвал наверху. You won't live to see tomorrow. Черт, это же фланец 9000! Для взлома могут понадобиться часы. Или 5 минут, если вы сможете найти менеджера. Я пойду найду, где он отсиживается. Фил, все готово? Конечно, все ж слишком тихо. This is no joke, shithead. Ты пойдешь со мной. Хорошо, хорошо, только не стреляй. Я сказал никому не двигаться. Он на замке с часовым механизмом. Теперь ты тоже можешь сдаваться. Черт, я могу обойти часовой механизм. Тогда нам просто нужен твой ключ-карточка, и нам повезет. Оставайся здесь, попытайся что-нибудь выкинуть, и ты труп. Я сейчас начну, Фил, через минуту вернусь. Я же сказал не касаться этого сигнала тревоги. Команда СВАТ может быть здесь в любую минуту. Я мог бы справиться с небольшой помощью, Томми. Вице-город СВАТ, вы полностью окружены. Окружены? Они гадят сами себе, коррумпированные ублюдки. Томми, подвал открыт! Ладно, у нас есть средства отставки СВАТ. Давайте убираться отсюда. Ладно, ты сам этого спросил. У тебя был последний шанс. Они штурмуют город. Прикройте!
Черт, где Хиллари? Я сообщу ему об отказе. Эй, ребята, давайте, я прикрываю. Нам удалось, мы богатые, богатые! Томми, тебе бы хотелось массажа? Да, привет, Мерседес. Да, я как-то немного напряжен. Что я сказал тебе, Томми? Что я сказал? Чертов спецназ, надо опасаться, когда Кент Поль в городе. Ну же, дай мне кусок побольше, приятель, мне нужно раздобыть новую одежду.